Она хрустит морковкой, она жует бананы. Ей длинный хвост достался от папы обезьяны, от мамы заки ушки. И мы должны сказать, что весели подружки нигде не отыскать. Забезу, забезу. Кто такой забезу? Уши, хвостик и веселье. Вот такая забезу, забезу, забезу. Кто такой забезу? Уши, хвостик и веселье. Вот такая забезу. Поляна бабочек. Однажды дети со своей воспитательницей собрались на увлекательную прогулку. Сегодня мы идем в парк смотреть бабочек. Мы пойдем смотреть бабочек! Бом-тили-бом-тили-бом-бом-бом! Не отставать! По дороге дети встретили дядю Рафи. Он следит за порядком в парке. Здравствуйте, дядя Рафи! Мы идем смотреть бабочек! Если бы я был бабочкой, махал и махал бы крыльями, и меня бы звали Махаон. А я бы меняла крылья каждый день, и меня бы звали Бабочка-однодневка. А я бы собирала в цветах нектар и всех вас угощала. Вкусно! Ну-ка, побыстрей, вон под тот навес. Ой! Теперь мне придется вернуться. И я не увижу бабочек. Сдвинуть зонты, все ты увидишь. Пошли, тут не глубоко. Эй! Глубоко! Наверное, Элла не увидит сегодня бабочек. Увидит, мы ее перенесем. Так носилок же нет. Зато руки есть. Берись здесь, а я здесь. Вот так. Ух, нелегкая эта работа. Ну вот, от дождя спрятались, можно отдохнуть и перекусить. Пирожок, 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 пирожок. Какой вкусный пирожок с капустой. Элла, ты у нас бабочка-капустница? Капустница! Ну что ж, дети, время прогулки закончилось. Пора возвращаться в садик. О, бабочки! Мы так и не увидели настоящих бабочек. Ох, в дождь бабочки не летают. Давайте еще чуть-чуть, чуть-чуть подождем. Но это дождь. Похоже, он никогда не закончится. Нет, он кончится. Обязательно кончится. Дождик, дождик, уходи, тучи с неба уводи. Загрустила детвора, что ж ты льешь, как из ведра. Выйди, солнышко, из туч, протяни на землю луч, и теплом своим скорей наших бабочек согрей. Удивительно! Солнышко услышало вашу песенку и разогнало тучи. Бом-тили-бом-тили-бом-бом-бом! Ну вот, как дождик закончился, сразу зонтик нашелся. Спасибо, дядя Рафи. Спасибо, дядя Рафи. Смотрите, смотрите. Какие они красивые. Как их много. Капустница!
Дети любовались бабочками и думали, что ради такой красоты можно сделать все, что угодно. Даже тучи разогнать. Мне не страшно. Ой, страшно! Ой, страшно! В эту ночь Забезу никак не могла уснуть. Ой! Привет, Забезу! Давай с нами. А ты чего такая сонная? Всю ночь не спала, грозы боялась. Подумаешь, гроза! Чего ее бояться? Бабах! Бум-бум! Бам-бум! Тебе хорошо? Ты бобер, а я наполовину зайка. А зайки, знаешь, какие все трусишки? И что? Ты теперь всегда будешь грозы бояться? Это можно натренировать. Как натренировать? У тебя дома... Кастрюля есть? Нет, не страшно. Нисколечки не страшно. Придется увеличить масштабы эксперимента. Нужна кастрюля большего диаметра. А я возьму большую лейку. У вас не похоже на грозу получается. Когда гроза, темно. Ну, конечно! Поехали! Что случилось? Опа! Почему тревога на корабле? Это я тренируюсь, чтобы не бояться грозы. Но все равно боюсь, ведь я вся в маму. Зайка-трусиха. Забезу, ты не только зайка. Ты еще и дочь смелого покорителя космоса. Папа у Забезу работает космонавтом, поэтому он ничего не боится. Если тебе стало страшно, просто скажи волшебные слова. Мне не страшно никогда. Мне не страшно ничего. Мой папа — космонавт, и я пошла в него. Здорово! Я пошла в него! Опять дождик! Скорей, по домам! Спасайся, кто может! Мне не страшно никогда! Ой, страшно! Бадди! Где Бадди? Бадди, сюда! Бадди, ко мне! Мне не страшно никогда! Мне не страшно ничего. Мой папа космонавт, и я пошла в него. Мой папа космонавт, и я пошла в него. Мой папа космонавт, и я пошла в... Ты смелая, Забезу. Но прыгать по лужам совсем не обязательно. Если ты простудишься, то мне попадет. Но ты же космонавт. Ты же никого не боишься. Никого. Но маму немножечко побаиваюсь. Новый мячик. Однажды Забезу принесла в детский сад свой новенький мячик, чтобы поиграть с друзьями. Дети, будьте аккуратны на прогулке. Как мы говорим? И красиво, и приятно.
быть мытым и опрятным. Ну вот и хорошо. Какой красивый мячик! Блестящий! А давайте играть в футбол! Оп-оп-оп-оп-оп! Опа! Боря, зачем ты пинаешь мой мячик ногами? Но это же футбол! Вот заведи себе свой мячик и пинай! Правильно, Забезу, мы не будем его пинать. Давайте лучше в баскетбол. Хочешь стучать моим мячом по земле? Ну да, это же баскетбол. Земля грязная. Водное поло. Вода чистая. Вода мокрая. Не надо мочить мой мячик. Лучше я сама буду с ним играть одна. Забезу играла с мячиком одна. Никто не пинал его, не пачкал, не окунал в воду. Но почему-то ей было грустно и одиноко. Полежи пока здесь. Один разочек только с горки прокачусь. Не смей садиться на мой мячик. Стой! Куда? Мой мячик! Мячик! Иди сюда! Забезу! Что ты делаешь посреди лужи? Мячик достаю, а он не достается! Как он в лужу-то залетел? Ты в футбол играла? Или в баскетбол? Водное поло! Простите меня! Помогите, пожалуйста, мячик достать! Это надо ветку наклонить! О, уже ближе! Совсем близко! Еще чуть-чуть! Сейчас! Только ветку раскачаем! И раз, и два, и три, и... Спасибо, что помогли достать мячик. Дети, зачем вы залезли в лужу? Разве забыли? И красиво, и приятно быть умытым и опрятным. Умываться и переодеваться. Немедленно! В этот день Забезу поняла, что даже самый красивый мячик не может заменить настоящих друзей.